у нас артисты, можете увидеть Мия Бойко, Сергей Лазарев, и они готовятся выйти на финальную песню «Мальчик-бродяга», в котором примут участие почти все участники этого концерта, посвященного творческому вечеру Андрея Губина. Вообще мы... Ведущий и победитель первой новой волны Сергей Лазарев! Невероятная красавица, певица Анна Асти! Анаита Копян! Ваши аплодисменты! Армения! Пожалуйста, не уходи со сцены. А выставление оценок, как я уже и говорила, будет в конце вечера. А сейчас очень интересно узнать мнение одного из членов жюри о твоем выступлении. Сергей Лазарев, тебе слово. Что, прости, прослушал, я засмотрелся. Что? Вот именно это ты вот и можешь сказать. Вот именно поэтому я... да. Засмотрелся на Леру? На Леру? Нет, не на Леру, на Анаит. Вот тогда скажи, как тебе выступление? Он больше никогда не будет вести новую волну, но ладно, сейчас не об этом. Он Сереженька, где? Дорогой Лазарев в данном случае. Анаит, очень красивое слово, скажи что-нибудь, скажи что-нибудь хорошее про выступление. На мой взгляд, потрясающее выступление, и тем более первое выходить, это крайне сложно, ответственно, после такого творческого вечера Андрея Губина. И сейчас, мне кажется, Анаит показала очень высокий уровень и вокальный, и артистический. Браво, браво, Анаит. Браво, Анаит! Анаита Копян, Армения, спасибо огромное! В призрачном замке мы вошли в этот замок из дождя, только твой ты и я, и так долго были вместе. Мы спасли... Меняет направление, боюсь, что потерял тебя. За краем света, за краем света. Солнце шагнуло через форточки, любовь вишневой косточкой. Пустить по ветру, пустить по ветру. Да. Светкова, Россия! Сергей Вячеславович, вам слово. А мы только... Раз, два. А мы только приятные вещи говорим? Или нет? Сережка... А то в шоу, в котором я являюсь ведущим, там не только приятные вещи говорятся. Ну хорошо, на мой взгляд, немножко было отвлечение на музыкальный инструмент. Я бы на месте нашей конкурсантки сконцентрировался на вокале бы больше и не отвлекался на музыкальный инструмент. Сереж, у нас другое шоу. Да, но вы меня спрашиваете, я вам отвечаю то, что думаю и то, что слышу. В целом выступление хорошее, но... Понятное дело, что музыкальный инструмент как фишка был использован. Мне он лично помешал. Спасибо. Флейта. Спасибо. Помешала. Цвет.